Как тренируется миротворец, он же Джон Сина? Ты на канале Рахманов Фит. Сохраняй, подписывайся. Актер или персонаж, который будет лидировать в комментариях, будет разобран следующим. Джону уже 44 года. Он весит 114 килограмм при росте 1,85 м. Большинство его знают как одного из самых знаменитых рестлеров, так как он является 13-кратным чемпионом WWE. В юности над ним часто издевались из-за того, что он был слабым и из-за его манеры одеваться. В 12 лет он попросил родителей подарить ему штангу на Рождество, а в 15 лет впервые пошел в тренажерный зал. Сина регулярно тренируется, посещая зал 5 раз в неделю. Он делает упор на силовые тренировки базовыми упражнениями. Первый день делает ноги от 5 до 6 упражнений. Во второй день тренирует грудь только жимовыми упражнениями. Третий день тренирует руки со свободными весами. Четвертый день плечи, начинает с изолированных упражнений, переходя к базовым. Пятый день спина, начинает с подтягивания и тяг в наклоне. Заканчивает обычно становой тягой. А ты уже смотрел миротворца? Пиши в комментариях.